и мы решили съездить до озера Карьер, прокатиться. Поехали мы по этой дороге, вот, самый плохой. Вот Саня гид бегает. Ну, как всегда, без приключений не можем.
Санек вот дальше поехал. Санек! Сейчас мы, ребят, пойдем на озеро Карьер. Сейчас по мосту перейдем. И сходим. Я там мотик свой поставил. Вот, ребята, я думал, свечка будет, там кто не знает. Чё, Санёк? Я говорю, вот тебе в небо смотрим. Раньше ты экран закрыл? Да мне пипец. Не, ну мало ли, закрой это, всякое бывает. Сейчас такой мостик. Сейчас наверх заберусь. Пойдем по мосту. Я вон туда он ездил наверх. На галерею. Я и затем я грамм эту выходил. И все облазил. А туда я на верховье ходил. Верховье маяка на рыбачить сюда, вдоль речки. Дорога сама на ковер пошла. Я, кстати, тоже видел есть одно. Там получше, не получше смонтировать его. Мы там в Сане, он на Альфе был, я на восходе. Мы по этой дороге вдоль ветки ехали. Там столько трешек будет. Было столько трешек, да капец. Что вот мне не получается его смонтировать. Если получится, то выложу. Обязательно посмотрите. Сюда заезжали, на озеро само. Ребят, само озеро такое.
карьер. Здесь у нас рыба водится. Ну, рыбка такая, вон гальяны плавают. Маленькая такая рыбка. С гулетом купаемся. Это то, что осень уже на дворе. Еще одна, ребята, озеро. Потом она кусок. Вот такой вот тоже. Санек идет, фотограф. Все, кому понравилось видео, ставь лайки обязательно, подписывайся на канал, кто не подписан. С вами был Дмитрий, Санек, Даша и озеро Карьер. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч!